На старт. Внимание. Марш! Электросамокат – это не только удовольствие и интересное времяпрепровождение, но еще и удобное передвижение из пункта А в пункт Б. С ним не придется стоять в пробках и ехать в душном автобусе. Пока в Химках только одна точка шеринга и всего 500 самокатов. Но, как уверяют представители компании-поставщика, люди быстро привыкнут к хорошему. Если так случится, привезут еще. Мы нанесли все парковки. Мы будем устанавливать свои парковки. То есть порядка 100 штук парковок мы поставим. Не просто же так пришли электросамокаты. Электросамокаты, они подтягивают и развитие инфраструктуры. И мы все, и мы как бизнес, и администрация, мы должны сделать так, чтобы людям было комфортно, и мы вместе это будем делать. Химки – город молодой, а потому все современные тренды и веяния здесь стараются реализовывать как можно скорее. Химки – один из первых городов Подмосковья, куда пришел шеринг электросамокатов. У нас есть больше 20 километров уже существующих велодорожек, по которым можно уже ездить. Есть большое количество парков, где будут также предлагаться в аренду эти самокаты. Поэтому мы надеемся, что это будет популярно. Активировать самокат можно с помощью специального мобильного приложения. Стоит это 30 рублей. К сумме за активацию добавится цена за минуту – 5 рублей. Так, например, если вы пользуетесь самокатом полчаса, с вашей карты спишется 180 рублей, 1,5 рубля из которых перечислят на благотворительность. Нина Бережная, Алексей Сыченко, новости Химки ТВ.